Сейчас мы в Рафаиловичах идем. Видите, узкая дорога. И по обе стороны это апартмане и комнаты сдают люди. Вот сейчас сезон и очень мало свободных мест. Даже если мы увидим вывеску комнаты и апартмане, то это не говорит о том, что там есть наличие свободных мест. Мы приехали в Рафаиловичи в час, и только к 5 вечера мы нашли комнату с 4 кроватями, потому что нас 4. Легче было найти 2 или 3, и то не факт. Сказали, что в сезон все заполнено. И вот мы идем к нашим апартманам. У нас в комнате небольшая кухня, туалет наш особый с душем. И 4 кровати. Вот если мы посмотрим, все вокруг. Все. Рядом с нашей комнатой есть и магазины, супермаркет, и море находится в 100 метрах. Пляж. Вот мы спускаемся. Это второй вход. Здесь находятся еще 2 комнаты и этаж. И второй выход к морю. Вверху у нас растут киви. Вот. Вот видно пляж. Если мы по этой тропинке идем и повернем налево, и второе кафе, это будет как шведский стол. Там завтрак, обед и ужин можно взять по 5,5 евро. А здесь вот территория детского лагеря. Это вот их территория. И идем. Вот оно. Из выхода из наших апартаментов выход на море. Вот. Видите, все занято, людей много. Очень много. Вчера море было холодное. А здесь вы видите, песок свободен, потому что это место за детей из детского лагеря. Вот. Сейчас я вам покажу, сколько стоят зонты и лежальки. Как они называются? Покажу вам. А здесь вот предлагают экскурсии. Ну, есть агенции, где написаны цены. Идем. Вот смотрим. Один зонтик от солнца 3 евро. Комплект, где лежальки из солнца. Зонт от солнца стоит 1, 2, 3 ряд 10 евро, 4, 5 8 евро. И 2 лежальки и педалина, это катамаран 5 евро. Вот такие вот цены. Ну, как правило, приходишь даже в 8 утра, даже платные вот эти вот лежаки, они все заняты. Цены на мороженое. 1,5 евро, 2 евро. Мороженое очень вкусное. А там лед цветной. Тоже очень вкусный, 2 евро стоит. Вот. Это вот стол для спасательской службы. Это мы находимся в Рафаиловичах.